Бюджетный гибрид «Автокомпакт». Этот велосипед отлично подойдет для дорожных поездок и туристических вылазок. Он собран на облегченной алюминиевой раме, в комплекте с амортизационной вилкой, которая имеет механическую преднагрузку. Колеса здесь быстро съемные на эксцентриках. Имеется задний и передний переключатель с защитой цепи. Мягкое, комфортное сиденье позволит вам наслаждаться прогулками без специальных спортивных штанов с памперсами. Руль имеет регулировку по высоте, имеются приятные мягкие губковые грипсы, монетки с рычажками, триггерами, а не дурацкими шифтерами, которыми никогда не попадешь в передачу. Здесь установлены ободные тормоза V-Brake, резина дорожная, достаточно лысая по центру, шипы совсем небольшие с боков для поворотов на грунтовых каких-то дорогах. Зажим подседельного штыря на эксцентрике для быстрой регулировки и очень приятная такая сдержанная цветовая гамма. Велосипед можно найти на сайте usports.ru.